Новая и еще недостроенная взлетная полоса в московском аэропорту Домодедово приняла первый самолет. Вот только посадка суперджета, который принадлежит компании из нашего региона Ираэро, оказалась экстренной. Воздушное судно выполняло рейс из поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. По предварительной версии, пилот попросту перепутал действующую и еще недостроенную полосу. По данному факту начата проверка. Проверить качество перелетов на побережье Черного моря или на Дальний Восток смогут жители Иркутской области совсем скоро. Уже с апреля по этим направлениям будут открыты прямые рейсы из аэропорта столицы Прибайкалья. Пассажиры смогут без пересадок добраться до Симферополя, Сочи, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Билеты по этим направлениям уже поступили в продажу. Кроме того, из Иркутска планируется увеличить количество перелетов по наиболее востребованным направлениям, например, в Санкт-Петербург. Эти рейсы станут ежедневными, а во Владивосток можно будет улететь 4 раза в неделю.